тот день, когда окончилась война, и все стволы полили в счет салюта, в тот час на торжестве была особая для наших душ минута. В конце пути в далекой стороне под гром пальбы прощались мы впервые со всеми, что погибли на войне, как с мертвыми прощаются живые. До той поры в душевной глубине мы не прощались так бесповоротно. Мы с ними были как бы наравне, и разделял нас только лист учетный. Мы с ними шли дорогами войны в едином братстве воинском до срока. Суровой славой их озарены, от их судьбы всегда неподалеку. И только здесь, в особый этот миг, исполненный величия и печали, мы отделялись навсегда от них. Нас эти залпы с ними разлучали.